Привет всем любителям пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить Sidmer Civilization 6 за Грецию Горга. У нас тут определенный челлендж, его условия в первой серии я уже говорил, так что если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, там все посмотреть и узнать, что, например, я сейв первого хода даже выложил, чтобы вы могли параллельно со мной проходить. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку. И давайте продолжим. Выключу свою рожу. Извините, что я свою личико рожей называю? Кстати, вот рожица по-белорусски пыся будет. Пыся. Не пися, а пыся. Просто немножко уроки белорусского языка. Так что я свою пысью выключу пока и продолжу. Так, в Афины я разнес религию. Тут я пытаюсь убрать религию миссионерами. Инквизиторами, сорян. Отлично. Сразу уже наша чисто работает. Блин, а что такое большое влияние все-таки у индуизма? Почему он вообще так быстро распространился? Ничего, 10 городов. 10. Наверное, потому что ацтек одним из первых эту религию поставил. Так, я, наверное, сюда тогда пойду. Можно, кстати, через Спарту, может, и в Спарте убрать. У Спарте всего 2 верующих. Индуиста. Так, тут... Мне кажется, будет сам уходить. Мне кажется, надо вот Шичикалька, Малиналька, Кагуану, вот туда все. Так, нормальный век. Сегодня никто еще в золотой не вышел, между прочим. Слишком быстро прошла эпоха, чтобы в золотой попасть. Наверное, да, исход евангелистов давайте. Мы же сейчас, блин, надо было сначала взять, прежде чем Аргос. Черт. Перепутал. Так. У нас осталось Аскапацалька и Тлакопан. Невзятые. Вулканчик. Я просто думаю, куда мне встать лучше. Давайте решим, что лучше открывать пока будем. Я уже открыл ученичество. Хотя я вряд ли сейчас буду промышленный зон ставить. Так, вот куда мне лучше этого миссионера отправить? Может, побегать, поисследовать территории пока им? Для этого же не нужны открытые границы. А вот этого скаута надо куда-то сюда везти, чтобы вот эти территории исследовать. Дальше. В столице Гурдвара построена. И тут мы ждем 7 жителей, чтобы центр коммерции строить. Это 4 хода. 4 хода. Монумент. Водяная мель. Так, а что у меня тут залочено? Давайте мы не будем залочить. 6 ходов стало. Ага, понятно, почему залочено. Сейчас, подожди, я подумаю. Библиотеку, строитель. Надо ли мне тут строителя вообще? Библиотеку я тоже не хочу. Какие у нас карточки? Антикавалерийские. Содержание. Слушайте, может этого построить? Латника? 2 латника причем. Друзья, а вообще работает ли на латников эта карточка? Что-то я задумался. Древнего мира антики, конечно, не работает. Ну, ладно, одного латника точно я бы построил. Это уже точно себя обезопасить, если кто-то, вот ребята отсюда решат на меня напасть. У меня будет такая сила в городах, что вряд ли возьмут. Дальше, в Афинах. Тут, конечно, и священочку плюс 4. И кампус плюс 3.
Вот тут плюс 3. Ну, тут я бы военный лагерь вообще-то ставил в сторону инка. Хотя тут можно сюда кампус, сюда военный лагерь потом. Плюс 3, плюс 4. Я просто думаю, что тут, наверное, стены надо поставить в этом городе. Пока. Стены-то мне все равно надо ставить, как-то ускорять. Клан Барсучева, когти уничтожен. Военную подготовку. Как озарение для военной подготовки? Строить военный лагерь. Подумаем над этим. Возможно, возможно. Так. Ваншотаем этого парня. Ну, короче, надо к Аскапацалька идти просто. Эти как-то вот так, чтобы он сюда лошадью не прибежал и не сломал ничего. Так, а этими, наверное, просто стою пока. Таран я Кагуану буду брать еще. Прям 100%. Горы принадлежат инкам, не пытайтесь со мной состязаться, ваше место на равнине. Блин, да из-за тебя я как раз среди этих гор оказался. Ну не то чтобы я, конечно, был против. Это нам повезло с кампусами, получается. Еще одну ГГшку убили. Так, удваивает очки. Ну, я бы за ученых, наверное, проголосовал. Или нет, давайте за торговцев. Ученых удваивается, но там явно кто-то больше меня наберет. Плюс 100 к производству при строительстве в том же торговом. В центре коммерции. Акрополь мы не очень скоро будем строить, потому что мы культуру просто с войны получаем. Пока мы воюем, нам в принципе-то Акрополь-то и не нужен. Не начисляются полководцы. Плюс 100% в кампусе, в принципе, норм. Что библиотеки можно спокойно построить. Нам бы тогда еще за это время в универы выйти, чтобы тоже их быстро построить. Так, феодализм. А вот, кстати, и на этих, на латников карточка. Тут я, скорее всего, разграблю просто эту ферму, чтобы вылечиться. Так, где же может быть Тлакопан? По ощущениям, что они там все туда бегают, где-то там. Давайте попробуем. Но я в упор не вижу. Тут побережье, господи, где, куда он Тлакопан ляпнул? Он хочет просто уничтожить ацтека, чтобы он не мешался. Так, а куда это он поселенца ведет? Подождите, тут влазит поселенец? Нет, не влазит. То есть, если только сюда. Ну, надо просто выкупить клетку, да? Чтобы он пройти не мог. А он, слушайте, два хода. Она сама выкупится, норм. Можно не тратить деньги. Стремя ускорили. Так. Дальше пойдем. Военную подготовку пока подержу. Я хочу военный лагерь построить. Ну, а выбор-то только три этих техи. Тогда пока госслужбу. Так, Россию обвиняем. Продолжаем обвинять. Но я думаю, что ребята начнут мне войны объявлять, когда я... Блин, не хочу его убивать, потому что уйдет соседство для этих двух гоплитов, понимаете? Я-то его убить могу, но тогда плюс 10 и для этого уйдет.
А это будет больно. Так, он тут стены... О, он тут, кстати, начал, походу, стены строить. Вот это выглядит, что как будто строит стены, так что надо подводить. Так, тут красители обработаны. А, Магнус тут сидит. Так, может их обоих апнуть в лучников? Ну, чисто, чтобы ускорить арбалеты. Зачем? Нужен ли мне тут деньги вообще сейчас? Ладно, пока не к спеху на самом деле. Строители готовы. Давайте святилище. Нам надо, чтобы город вырос. А тут пока не на чем ему расти. 4. Давайте вот так оставим. 4 хода и святилище. 2 хода пока. Ну, чтобы кампус построить. Так, Эфес может расти. Ну, наверное, библиотеку бахнем. Или тоже сначала лучше святилище. Нет, давайте библиотеку, потом святилище. Стоит ускорялка на библиотеке, так что бы их и не построить. Так, теперь можно и стремя, пастбище плюс одну науку. У нас, правда, пастбищ, по-моему, одна штука. Нет, две штуки. Плюс одну еду. Плюс одну еду, не науку, еду. Блин, ну вообще, конечно, скромное войско у меня. Ну, по сравнению с немцем, конечно. Страдал от стихийного бедствия. Хм. Ну вот, кстати, тот факт, что мы осуждаем, а не объявляем войну, хотя бы у нас дипломатические очки оставляет. Так, ну, по-моему, это же не заключит мир с ацтеком, если он тоже про это проголосует. За это проголосует. Так что, наверное, можно взять. А кто был против? Ацтек как раз был против. Прикольно. Так. Пастбище пищу получают. Рыцарей у нас нету. Итак. Блин, мне, наверное, надо было сюда скорее лучником встать. О, видите, стены построились. В общем, таран был не зря. Грабим. Блин, я немножко тупанул с лучником, мне кажется. Ладно, в любом случае. Подходим. Подходим. Тут ищем город. Тут же не просто так вот эти рабочие гуляют. Боже, как хорошо инквизиторами зачищаются города. Лично. Видите, тут даже не уходит моя религия. Но я думаю, что следующим ходом тут тоже вот уйдет вот этот минус. Я уверен. Очень что-то сильно давил индуизм, прямо скажем. Но инквизиторами зачищаются только свои города. Имейте в виду. То есть, когда вы их захватываете... Чужие города вы так не сможете прийти. Так, ну сюда надо реально всю армию подводить, потому что тут много у него юнитов, еще и стены. Правда, стрелять он будет хреново, у него только лучники, считайте. Ну я к тому, что его стены стреляют как лучники. Скорее всего, он, кстати, по лучнику будет стрелять. Так. Хм.
А что нам тут обрабатывать? Так, мне там, по-моему, перекупили Канди. Но я бы хотел быть его сюзереном, когда чудо найду, чтобы получить реликвию. А, плюс у меня еще реликвия в два раза больше веры дает. Так, что-то я не соображу, что мне тут обрабатывать этим рабочим. Пока подумаю. Не буду пока куска обращать, просто погуляю, пооткрываю территории. Стремя есть, математику давайте. Латник, давайте. Служба 5 ходов. Давайте библиотеку, потом опять латника. Малиналька, центр коммерции, рынок. Тут ждем 3. Тут... А, слушайте, следующим ходом я могу тут центр коммерции. Еще Канди пока единственное вообще место, куда стоит караваны отправлять. Но мне пока между своими городами надо поотправлять, чтобы дороги были. Блин, реально не могу решиться, куда мне этого рабочего отправить. Что мне с этим рабочим делать вообще? Вроде все ресурсы роскоши я тут обработал. Блин, может реально в столице вот тут тройку ферм сделать, чтобы она росла быстрее? Что-то больше ничего в голову не пришло, честно вам скажу. Так, смотрим, что тут будет происходить. Да, как я и говорил, атакуют именно... То есть дальним выстрелами катапульта и город почему-то атакуют именно лучника. Хотя в данном случае он не самый опасный. Так, как нам тут лучше сделать? Во-первых, давайте все-таки убьем. Блин, я катапульту вообще могу и лучником убить. Давайте, знаете, вот так... Так. Так. Дальше. Так. Так. Блин, где же последний город? Что-то как-то ацтек в какие-то странные места. Тлакопан. Какое-то странное место его запихнул. Ну, это такой урон по стенам благодаря... Благодаря тарану. Кампус в разработке. Может мне дать построить кампус? Сначала. Плюс 2. В принципе, неплохо. Кстати, на удивление, города Ацтека неплохо стоят. Обычный компьютер более дебильно ставит. Так, я вот думаю... Да, тут надо использовать инквизитора. Плюс 4 за то, что мы... Священный город другой религии в свою религию обратили. Сейчас будет намного, кстати, меньше влияния индуизма идти. А у меня уже во всех городах больше. Отлично.
Мне кажется, где-то здесь должен быть этот город. Вон он. Ой, как тупо. Через Кагуану. Придется сначала Кагуану брать. Получается. Как дебильно город расположен. Вот это, то есть... Вот эти все города нормально поставил ацтек, а потом такой... А! Что я, не компьютер, что ли? Дайте, как дебил, бахну. Нет унынию в Малиналько и в Теночтитлане. Два хода еще до возможности строить кампус. Ну, давайте продолжим в религию парываться. Слушайте, а может мне тогда есть смысл ее укрепить? Я думаю, а на что мне сейчас вообще тратить веру? На великих людей? Вообще неохота. Хотя вот этот прикольный. Дает бесплатный юнит торговца в этом городе. Ладно, давайте вот на этого попробуем. Сейчас через 9 ходов Вьетнам его возьмет. Ой, не знаю. Ладно. Поехали открывать тут города. Миссионерами приятно исследовать. Не надо просить открытые границы. Ну, хотя, мне кажется, вот в пятерке, например, в пятой циве более логично сделано, что когда миссионеры ходят с закрытыми границами, то есть если вы не взяли открытые границы, то они начинают терять силу обращения постепенно. Ну, как будто здоровье теряют. Так. Амбар. Я бы, наверное, здесь... Ой. Я бы, наверное, здесь центр коммерции тоже строил. Вот тут плюс 3. А как кампус? Плюс 2, плюс 2. Тут везде плюс 2. Что-то я правительственную площадь даже не придумал, где поставить. Амбар в Теночтитлане. Тоже, наверное, центр коммерции. Представьте, на что способны блестящие умы моего народа. И на что они способны? Полуголыми на карнавале отплясывать? Так. Что-то вот тут больно. Неужто минус гоплит? Так, обстрелять он больше не может. Я просто сейчас попытаюсь поставить его. Ну, он, скорее всего, умрет. Но кого-то заберет с собой, благодаря тому, что город не обстреливает теперь. Боже, тут еще и озеро какое-то. Блин, а нужен ли мне этот город? Я, наверное, вот заберу Аскапацалько и замирюсь с ацтеком, потому что это какой-то говнина какая-то. Кагуану я буду брать все равно. Ну, то есть он... Я не уверен, что я вообще его могу удержать по лояльности. Там не... Он, наверное, скорее всего, просто будет сейчас отваливаться по лояльности сам по себе.
Да, я могу уже гоплитов апать в стрельцов и пикинеров, но, конечно же, я этого делать не буду. В пикинеров просто. Потому что плюс 10 уйдет. У нас пикинеры... сколько? 45. А гоплиты... 20. Ну, хотя 38. То есть так гоплиты 38. А стрельцы и пикинеры будут 45, правильно? Все остальное... Все остальные плюсы, вот плюс 3 за заполненность и плюс 4 от олигархии останется. Да, ну, наверное, надо апать. 120, правда, стоит. Ну, слушайте, аскапацалька мы так возьмем. А вот пойдем сюда, надо будет апать. Так, а наемников я... Слушайте, давайте, может, мы в наемников пойдем, уже не будем военную подготовку ускорять никак. Как я вовремя закрыл тут проход. Все. Ты не пройдешь. Офигительный город Натал, конечно. Просто максимально упыточно поставлен. Ну, конечно, тут бразильцу тоже не повезло с горами, в кавычках. Потому что его-то стихия тропические леса. А тут он как-то в горах появился, которые к инку относятся. Так, святилище, храм. В гурдвары идем. Я, наверное, тогда веру на покупку гурдвар скорее потрачу. Так, куда дальше? Древние стены следующим ходом. Ну, давайте вот город на побережье. А, давайте универы, господи, что я думаю. Пока у нас на плюс 100% все в кампусах строится, конечно же, универы надо открыть и построить, даже без ускорения. Так, ну что, Покеда? Он, скорее всего, конем его, нет, этим убил. И создал рабочего для меня. Молодец, хвалю. Так. Рассоединю. Так, атакуем. Хотя тут уже, наверное, можно не держать таран, потому что стен нету. Так, и, по-моему, этим не захватывается пока. Значит, постоим. И следующим ходом аскапацалька падает. Так, сколько у нас осталось городов в индуизме? 7. Все еще индуизм силен, кстати. 7, ислам 16, вьетнамский. Православие 11. Нет, унынию 8. 11, 11. Только... Ну вот, кстати, Аравия получила последнего пророка. Прикол в том, что она последним основала религию, а уже все укрепила. Охренеть. Защитник веры. Блин, может все-таки укрепить. Но я бы гурдвары покупал за религию сейчас. Это реально мощно. Потому что они дают и жилье, и еду. Не, этого рабочего лучше не трогать. Убьет Кагуана. Так, я думаю, там дальше продолжит дело исследования ацтек, скаут. Один ход до универа. А, центр коммерции, ребята, конечно же, центр коммерции. Слушайте, где-нибудь правительственную площадь поставим? Просто такая территория, что вообще не могу придумать, где правительственную площадь ставить. Может, где-то здесь город и правительственную площадь? Как тут вообще с лояльностью? Ну тут, блин, столица инка. Поэтому не очень удачно сюда город ставить.
Будет очень высокая лояльность от столицы именно валить. О, это чьи границы? Это шотландец, похоже. Сейчас еще шотландца встретим. А мы встретили уже лидера по науке? Равиц второй. 27 технологий. У меня 18, я последний. Несмотря на то, что вроде как-то выправил уже 76, но я даже еще ацтека не догнал по количеству технологий. Так, больше путей можем создавать. Буря снежная. Петр Великий объявил войну Кань. Да вы достали. Харе мои ГГшки захватывать. Ты прикалываешься. Слушайте, а куда, интересно, отваливается Вологда? В мою пользу или в пользу Шумера? Мне кажется, в мою должен. Нет, ну слушайте, Канди 57 всадниками? Не. Не-не-не, это не берется. Тут еще у Канди одни латники, мне. Это что-то Петр... Что-то Петр попутал. Как у него сила? 316. Ну, типа, наравне со мной. Про тоже латников делает, но... Вот это с такой силой, тут еще и стены. Ой, вряд ли. Так, слушайте, давайте я, наверное, тогда в Спарте сделаю... Или вообще может купить? Давайте я куплю торговца. Из Спарты в Канди отправлю. А строить буду все-таки центр коммерции. Тут эти Петра строятся. Вот одна клетка пустыни есть. Так, давайте размышлять. Здесь у нас возможен, во-первых, акведук. Во-первых, возможен здесь... Не, подождите. Я могу на этой клетке поставить дамбу. У меня две клетки, вообще три даже. Тут, тут и тут. Если тут дамбу, то сюда, например, промышленную зону, сюда акведук. Давайте проверим. На плюс 6, да? Ну что тогда, центр коммерции сюда. Тей, тут равнина. Можно, например, центр коммерции сюда. И подумать о правительственной площади здесь. Например, сюда Акрополь тогда. А здесь какое-нибудь чудо. Там есть чудо рядом с правительственной площадью. Ну, странновато вообще. С другой стороны, а где мне еще правительственную площадь ставить? Где она вообще тут может влезть? Или какие у нас еще варианты по промышленной зоне тут могут быть? Плюс 2. Если сюда правительственную, промышленную, сюда дамбу, ну типа без акведука обойтись. Блин, а что я решаю? Я же сейчас все равно центр коммерции буду ставить. А, я, короче, центр коммерции сюда хочу и все. Что-то непонятно просто куда пока. Амбар. Давайте, наверное, пока амбар, никакие не районы. Тут буду, наверное, военную... Хотя... Я бы и тут вырубил камни и поставил здесь кампус. Тут, по-моему, я кампус хотел. Да, что там, что тут, плюс 3. Зато тут священное место на плюс 4. Блин-то, и тут оно на плюс 4. Наверное, все-таки сюда сюда стоит кампус
потому что здесь могут вырубить этот вулкан, этот тропический лес убрать, и уйдет соседство для кампуса. Но все равно пока самбар. Давайте я, наверное, помечу, что сюда священочка, сюда военный лагерь. Так, караван я купил. Ну, видимо, храм пока. Хотя вот я открою универ, я сразу переключусь везде, чтобы универ построили. А, я тут собирался... Я тут фермы собирался же делать, точно. Ладно, пошли тогда шоколад обработаю. Уже бессмысленно, я уже тут собираюсь районы ставить. Так, что там кому войну кто объявил? Почекуток, браз... О, вот это логично, кстати. Вот это мне нравится. Ух ты, у Бандар Брюне сколько рыцарей сразу. Так, универ. Доход от мародерства. 30% при создании военных лагерей. Все улучшения. Угу. Давайте, может, на вой... Хотя я пока не собираюсь военные лагеря ставить. Ладно, я пока не собираюсь военные лагеря ставить. Итак, кого мы тут встретим? Шотландию, как я и думал. Как всегда, обмениваемся. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девятый. Нам еще одного встретить, кого мы обязаны осудить. Ну и не торговать ничем. Все равно, то есть мы не объявляем войну, потому что еще раз повторю, что, возможно, это наоборот легче нам делает, что мы войну объявляем. Компьютер почему-то считает, что на него нападает, и он защищается, а не нападает сам. Так, ну и как тут шотландец по развитию? Нет, не он первый. Ну, первый, вполне возможно, опять же, Вавилон, может быть. Так, ну что, мы Аскапацалька забираем. Минус 125 к индуизму, потому что там находился какой-то юнит, миссионер, видимо. Ну, я уничтожу пока эти юниты, но, в принципе, я бы уже мирился с ацтеком, потому что этот город очень странный, я бы его не забирал. Пойду-ка Гуану терроризировать. Так, что этим рабочим? Починим фермы. Нам нужен караван, конечно, отсюда. Тут вообще дорога не проведена, но, опять же, сначала в Канде. Чисто ради посла. Ну, как видите, ничего тут русский не может сделать. Тут уже ранены эти, а у него даже не поцарапаны. Ну, хотя он, может, юниты, правда, убивает. Божественное право. Это два храма, по-моему, я ускорил, да? Да, двумя храмами. Наемники. Ну, надо будет апнуть моих этих ребят. Для этого наемники нужны. И деньги откуда-то взять надо еще. Итак. Гурдвару покупаем. Кампус ставим. Дальше.
Переключаемся на универ. Где еще у нас? Блин, тут один ход. Ладно, пускай достроится, я Гурдвару куплю там потом. А вот тут два хода. Я бы... Хотя я бы, наверное, ждал. Слушайте, еще до голосования хрен знает сколько. 15 ходов. Давайте. Гурдвары нам тоже очень нужны. Мародерство, военные лагеря, лошади. Ну, наверное, не буду пока менять. Или может поставить как бы с какой-нибудь красной карточки желтую. Поселенцы нет, чудеса нет, строители дополнительный заряд. Нет, наверное, пока все-таки нет. Да, приятно гоплиты, конечно. От стека смели. Ничего не скажу. Да не, ну как, что он тут собирается сделать? Так. Там катапульта стоит еще. Но я бы на нее время не тратил. Блин, да, скаутом не добьем. Просто, блин, а тут может... Нет, не может, тут зона контроля. Так, я бы эту катапульту, наверное, вот этим лучником пытался добить. Блин, ну вот как их меня? Почему они местами не меняются? +7 при обороне в лесах, джунглях, на холмах и болотах. Да, только тут оно никак не сработает. Ладно, к перемещению возьму. Извержение супервулкана. Там, конечно, все нафиг. Так, храм в Эфесе закончен. Гурдвару покупаем. Строим универ. Все в два раза быстрее. Так, а это вы все еще не забрали. Торговца Марко Поло. Одна наука, ноль культуры у ацтека. У нее там город в ноль жителей, что ли? Кстати, астрономию мы должны ускорить. Что универ рядом с горой строится. Вьетнам объявил войну Германии. О, это интересно. Там правоверные друг с дружкой борются. Что в Германии ислам. И Вьетнам принес ислам. Ну, выглядит у него, извините, у Вьетнама в два раза больше науки. Но, правда, армия... Зато у Германии... А, стоп, я с Шотландией сравниваю, со стояночка. Тут вообще-то армия в два раза больше, а наука одинаковая. Так что я не знаю.
Я бы, может, под шумок, конечно, попытаться Еревана бить, но очень, очень хреновый проход к Еревану. Это только вот здесь проходить надо. Он чеченицу решил в Ереване строить. Очки устремления получаем за обращение города. А какой мы сейчас город обратили? Теночтитлан? Так, а у меня инквизиторы закончились, что ли? Ну, вообще, я должен в Золотой век тут как-то выходить. О. Поймали скаута. Тут я, пожалуй, постою в защите. Так. Крабов отремонтировать. Там еще один. Ну, все нужные ресурсы вроде обработаны. Да, ну не достроил он кампус, конечно. Ну да ладно. Есть амбар, растем. А, давайте строителя, и потом будем священку и военный лагерь строить тут. Где тут дороги? Хочу по дорогам только бегать, чтобы ноженьки не болели. О, вот и Вавилон. Так, это, по-моему, последняя цивилизация. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. С остальными пятерьмя я могу и торговать, не обязан их осуждать. Да, Вавилон. Лидер. Как всегда, хрен знает где уже. Скорее всего, либо в индустриализации, либо в военной науке. А, он Рурку уже... Нет, запретный, запретный, подождите, это запретный. Красивая греко-ацтекская империя, или ацтеко-грецкая. Being a mercenary, though, hey, we just go wherever there's a mixture of money and trouble. Being a mercenary, though, hey. Так, вот наемники надо ставить и апать вместо лояльности. Хотя можно и антикавалерийские юниты тоже убрать, я не собираюсь сейчас их строить. Может, и лояльность пока оставим. А вот вассалы можно поставить еще. О, да, это тоже хорошая штука. Так, вот этих ребят я хочу все-таки добивать. Ну и с другой стороны, все. Можно мириться, наверное, с ацтеком. Шестьдесят. Так, так я только пока одного я смогу так апнуть. У него три жителя в городе, почему ноль культуры? У него реально по лояльности отваливается город. Хотя 0,4.
Ну там явно города немца. Ладно, давайте. Подождите, я гляну. Я успею объявить его. Кагуану лучше захватывать. Все с него возьмем. Просто позорный. Позорная сдача. Вот появились деньги на апгрейд. Интересно, это варвары ему поломали там? Так, пойдем-ка наверх поисследуем. Хочет ацтек в тундре жить, я ему не собираюсь мешать. Блин, так я, может, этим рабочим тогда тут вот это обработаю. Ну ладно, все равно еще одного рабочего сделаем. Мехико. Японец. Так, с японцем мы можем нормально коммуницировать. Ой, что-то японец снизу оказался. Есть что у тебя на продажу? Отлично, принимаем. Ну и канди до шестерочки. Потому что плюс 3 веры в каждом религиозном здании, это у меня сейчас дофига будет. Хотя бы вообще плюс 11 всего добавило. Не так уж и дофига. Так, есть тут универ, тут достраивается. Тут достраивается. Все, довольство уже вернулось везде, нормально. Малиналька, 10 жителей. Может мне туда пингалу пересадить? Так, божественное право, поехали. Там монархия будет, но я, конечно, в теократию бы вышел. Ладно, пока так. Второй рынок еще нужен. Это построится все. А я вообще как по культуре? По культуре все равно отстаю. Но благодаря убийству этих юнитов, конечно, у меня очень неплохо культура идет. Так, а что у нас с эпохой? 10 ходов. Ну, должен в золотой выйти. Если что, Акрополь построю. Ой, блин. Местами случайно поменял. Я думал этой сюда походить. Аж обшибся. Пойдем сходим, посмотрим, что у нас там. Ой. Блин, я сейчас потеряю рабочего. Очень зря. Так, тут универ готов. Можно центр коммерции. Ну, я бы сюда ставил. В общем-то, тут равнина.
Тут очень классные клетки, все остальные остаются. Не, кстати, место, конечно, появления в данном случае шикарное. Обычно у Греции не так. Но это я все считаю благодаря инку, на самом деле. То, что инк в игре есть. Вот эти горы все. То есть, по идее, вот место ацтека такое, как у греков бывает. Так, тут пока стоим. Тут рабочим и гоплитами заходим. А, ну да, я же еще могу обращать города, между прочим. Тоже все по два этих. Тут моя религия больше всего влияет. О, тут уже на бразильца стало, на натал распространяется. Тут, ребята, очень сильно должна нет унынию распространиться. Так, это у нас Вавилона границы, да? Так, а в какую... Я... Такое ощущение, что я прям ровно по центру. Вот давайте посмотрим Германия, Вьетнам. Кого они еще видят? Еще двоих. А Вавилон? Вавилон... А, Вавилон, все. Россия. Где Россия? Тоже все. А Япония с Шотландией? Еще одного. И Шотландия. Все, то есть там... Где-то двое. И тут где-то один еще. Видимо, ниже бразильца и инка. Давайте глянем. Где инк? Вот инк кого-то видит. И бразилец. Нет, и бразилец не видит. Значит, где-то вот здесь. Еще чувачок есть какой-то. Отлично, астрономию. Так, три лучника. У нас стоит карточка. Наверное, имеет смысл апнуть в лучников, чтобы ускорить. Всего 30 монет. Чтобы ускорить арбалеты. Рынок. Рынок. Так, а с Кагуаной я считаюсь в войне или я замирился? О, осуждает японец меня сам, слава богу. То мне надоело уже осуждать всех. Опять нефрит поломали. Так, монархию не хочу пока принимать. Ну вот, кстати, еще очки эпохи на всякий случай. Ацтека осудим. Ну, Кагуанями, видимо, надо опять объявлять войну. Блин, 6 ходов. Ну, кстати, пока апнем все юниты, пока они вылечатся. В общем-то, то, что надо. Так, рабочего мне не захватили. Я, наверное, все-таки высажусь обратно. Кампус плюс 4. Хотя хорошо, что я тогда не позволил достроить кампус-то. Ну, я, наверное, поставлю кампус. Я бы Васкапацалька гавань строил, а не центр коммерции. Блин, а с другой стороны... Подождите... Подождите, я не хочу сейчас деньги тратить. Черт. Ладно, давайте пока храм. Давайте я вот здесь куплю еще инквизитора. Так, почему инквизитор там, где храм построен, только можно покупать.
Точно. Ага. Ну, покупай инквизитора. Надо и Аскапацалька обратить. Универ в Малиналька. Гурдвару покупаем. Могу Акрополь строить, но хочу ли я? Могу ли я? Хочу ли я? Давайте посмотрим с заповедниками, как у нас. Нет, маловат престиж. Вот тут где-нибудь можно было бы, но слишком много. Все равно слишком много гор. Слишком много гор. Так. Универы. Монархию не принимаем. Наверное, время лесопилки. Тоже надо же массовое производство тоже ускорить. Где вообще варварские кланы какие-нибудь? Уже все поубивали. Так, этот идет сюда камень вырубать. Кампус у нас там будет, да? Может начать пока с центра коммерции, опять же. Ну, кстати, неплохая идея его тут поставить. Промышленная зона. Я бы, кстати, сам вырубил здесь тропический лес. Сюда можно промышленную зону, а сюда тогда акведук. Давайте включим центр коммерции сюда. На него камни вырубим. Так, вот эту клетку я бы выкупил. Точно быть уверенным, что я военный лагерь поставлю здесь. Так. Заходим внутрь. Но я хочу, короче, до океана добраться этим миссионерам. Дуки здесь, но тут нету нормального соседства ни с чем. Ну, давайте, блин. Ну, наверное, промышленную зону все-таки. Плюс 2 всего лишь, правда. Но на этом месте точно она лучше, чем ферма. Так, подождите. Через 2 рынка, отлично. Кавалерии чудеса. Ну, я бы пока ничего не менял. Что-то апнул я пока всего лишь в 2 пикинеров. Мне кажется, такой армии Кагуана не берется. А где еще взять денежки, честно говоря, не очень понятно. Но я сейчас построю центры коммерции. Я надеюсь, что я караваны позапускаю, и деньги придут, потому что я все еще не могу Кагуане объявить войну. 5 ходов. Ап в эти 60 стоит. Мне надо 1, 2, 3, 4, 5. 300 монет. 300 монет. Я думаю, что это дело мы где-нибудь да найдем, но это уже, ребят, в следующей серии. Не забывайте писать, как у вас проходит эта же партия с моего сейва. Ну, честно говоря, Ацтек что-то быстро
развалился, и мне в некотором смысле везет вот с тем, что у меня вот здесь такой проход. Блин, мне бы еще, может, эту клетку выкупить. У меня, наверное, сейчас денег не будет. Я бы еще, конечно, эту выкупил и в Эфесе еще здесь военный лагерь поставил. Я вообще не знаю. Ну или здесь, кстати, еще. Я вообще не знаю, как ко мне тут можно пройти. Где-нибудь, как-нибудь. Но опять же повторю, это в следующей серии. Спонсоры могут ее поискать уже прямо сейчас в вкладке сообщества. Для всех остальных она появится завтра. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!